В дни школьных каникул с 21 по 25 марта на базе нашего лагеря «Костер» мы запланировали школу ваших будущих последователей. Она называется «Телешик». Детей, которые любят снимать кино, которые любят снимать социальные видеоролики. Называется она «Телешик». То есть планируют работать или работают уже у себя в органах ученического самоуправления, занимаются медианаправлением. Эту смену мы проведем при поддержке наших партнеров, автономной некоммерческой организации «Центр развития телевидения, кино и визуальных искусств Республики Татарстан». И мы взаимодействуем с нашим партнером, университет, институтом, Казанским государственным, теперь уже институтом культуры и искусств, учащиеся 3-5 классов и 6-10 классов. Обратите внимание, что в эту смену мы приглашаем, и наши дети встретятся с исполнителем главной роли любимого ими сериала «Зайцев плюс один», актером театра, сотрудником компании «Кинофейс». Это Иван Громов приедет. Встреча с продюсером, режиссером постпродакшн телепроектов «Кто хочет стать миллионером?» и вот «Без страховки» вместе с Зефином. Это Александр Дебривин и другие наши известные теледеятели, журналисты. Детям всегда такие встречи, мастер-классы очень интересны. Я думаю, что это будет хорошим подспорьем нашим органам ученического самоуправления, которые освещают свою работу в своих образовательных организациях и учатся делать уже сегодня свои информационные продукты. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».